вечеру пожарные рапортуют, что все очаги возгорания в лесах вокруг Москвы потушены. Но утром выясняется, что работы еще много. Последствия этих пожаров чувствуются за десятки километров в городе, где при отсутствии ветра дым скапливается в конце дня. Медики советуют не выходить на улицу пожилым людям и детям. По некоторым показателям норма уже превышена в 5-8 раз. Много дыма вокруг, везде густой смог, не вижу своих ног. Туманная картина, как из фильма про пустоту, про апокалипсис или последнюю войну. Много дыма вокруг, везде густой смог, не вижу своих ног. Туманная картина, как из фильма про пустоту, про апокалипсис или последнюю войну. Правительство твердит, что все находится под контролем. Эвакуируются города, люди бегут из крова, кочуют детские сады и школы. А выше говорят, путь к очагу парализован. Пожарные машины и спасательные вертолеты, десятки тонн воды испаряются еще в полете. Метеорологи молчат в сводках о погоде и про себя шепчут, мы все сгорим в этом болоте. Все знают, что Россия богата лесами, так вот, 1/3 уже в непотухаемом пожаре. Они не хотят, чтобы из этого раздували, поэтому и СМИ ничего лишнего не говорят. Москва в дыму, и старики, и дети стали пассивными курильщиками и об этом вреде. Хочу сказать, что 2 часа прогулки в парке сравнимо с 4 выкуренными пачками табака. Много дыма вокруг, везде густой смог, не вижу своих ног. Туманная картина, как из фильма про пустоту, про апокалипсис или последнюю войну. Много дыма вокруг, везде густой смог, не вижу своих ног. Туманная картина, как из фильма про пустоту, про апокалипсис или последнюю войну. Еще есть версия, уже многим известная, о том, что наши бедствия американцам интересны. Погодные изменения и перепады давлений — дело чьих-то рук, сколько версий, столько и сомнений. Смена полюсов, зима в Майами, потопы на востоке, а к северу глобальное потепление. Одна из версий — ученые из НАСА в Антарктике на своей базе выбросили в воздух дозу климатического газа, что повлияло на погоду. Раши нашей Украины под одеяло, регионы, улицы, дома. Это дым везде, и от него не скрыться никуда. Першит в горле, щиплет в глаза. В сотнях поселках пожар. Спасти дома людей может только вода. Все ждут дождей, может, это единственный шанс спасти наши леса от беспощадного огня. Много дыма вокруг, везде густой смог, не вижу своих ног. Туманная картина, как из фильма про пустоту, про апокалипсис или последнюю войну. Много дыма вокруг, везде густой смог, не вижу своих ног. Туманная картина, как из фильма про пустоту, про апокалипсис или последнюю войну.